Всем здравствуйте, друзья! Ну что, продолжаем обзор российского автомобиля Solaris. Что есть в продаже, да? Есть вот такой вот замечательный седан Solaris KRS. Как расшифровывается? Kia Rio Sedan. Вот получается KRS. И еще есть Hyundai Solaris. Называется в России теперь он Solaris HS. Седан мы с вами рассматривали. Это у нас комплектация Active Plus. Здесь у нас галогеновая оптика, стальные диски на колпаках на 15. По функционалу все по минимуму. Даже нету датчиков парковки. Заглянем в багажное отделение, посмотрим, какая здесь запаска, да? Полноразмерное запасное колесо либо докатка. Здесь докатка. Во все Solaris сейчас кладут вот такую вот докаточку компактную, да? Спинки раскладываются. На втором ряду сиденья не греются, отделка обычная, ткань. Кармашек только у переднего пассажира. Есть плафон освещения. Бесключевого доступа нету. Кресло водителя регулируется по высоте. Руль пластиковый с управлением. Щиток приборов обычный. В центральной части ЖК-монитор бортового компьютера. Есть аудиосистема, есть теплые опции, греются сиденья, подогрев двухдиапазонный. Также видим две розетки на 12 вольт плюс USB-слот. Автомат шестиступенчатый. Двигатель 1.6, 123 лошадиных силы. Сидушки, значит, греются. Греются боковые зеркала. Управление боковыми зеркалами совмещено вместе с пультом управления электростеклоподъемниками. Стоит такой автомобиль 2200. Это комплектация Active Plus Solaris HS. Мы можем купить сейчас за 2200. Надежный кореец. И теперь переходим к Solaris KRS. Как я сказал, расшифровывается Kia Rio Sedan. Недавно мы с вами рассматривали X-Line версию. В принципе, здесь все то же самое. Предмаксимальная комплектация. Оптика на галогенках линзованная. Есть противотуманки. Двигатель 1.6. 123 лошадиных силы. Работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Версии на МТ сейчас пока нет. И версии с двигателем 1.4 тоже в продаже нет. Здесь уже оснащение намного богаче, нежели в Solaris. Здесь есть подогрев сидушек, есть подогрев руля, есть подогрев лобового стекла и греются боковые зеркала. Плюс, что мы здесь видим? Руль отделан кожей, климат однозонный, мультимедийная система с камерой сзади. Также не отметил, что в Solaris у нас будет кондиционер, а здесь однозонный климат. Сиденье водителя регулируется по высоте, отделка тканью. Подушки безопасности фронтальные, подушки безопасности есть в сидушках и есть еще шторки. Вот видите обозначение? Airbag. Видно, нет на стойках. Плюс у нас здесь есть подлокотник. Без охлаждения, правда. Верхняя часть подлокотника регулируется по длине. На втором ряду сиденья без подогрева. Здесь мы видим один USB-разъем. Кармашек только у пассажира, у водителя кармашка нет. Подлокотника нет, три подголовника. Заглянем в багажное отделение. Посмотрим на докаточку, какая она здесь размером. Докатка, либо полноразмерное запасное колесо. Я думаю, там будет докатка. Нет, друзья, здесь полноразмерное запасное колесо на стальном диске. Такой вариант мне намного больше нравится, нежели докатка. Не пойми, какого размера. Сиденье раскладывается по формуле 40 на 60. Камера сзади, датчики парковки присутствуют. Фальш, выхлоп даже есть. Вот эти вот этикеточки, которые наклеены Kia Rio, это все идет вместе с автомобилем в комплекте. Просто их наклеили, сделали предпродажную подготовку. Так машина с завода приходит без этих эмблем. И еще по отношению к этому Солярису, здесь мы видим легкосплавные колесные диски на 15. Еще раз отмечу, что у нас этот Solaris KRS в предмаксимальной комплектации.
И давайте прокатимся на автомобиле. Сейчас нам Руслан расскажет, как хорош Solaris KRS. Ну давай, говори, на что стоит обратить внимание в этом автомобиле? Почему стоит отдать предпочтение именно этому автомобилю, а не купить себе... Внимание стоит обратить на то, что автомобили уже давно себя отлично зарекомендовали на российском рынке. Славятся своей надежностью. Мотор 1.6 гамма, всем известный, 123 лошадиных сил. Зарекомендовал себя на нашем рынке. Люди нам приезжают на техническое обслуживание с пробегом 300+. Гарантия есть на эту машину? Гарантия сейчас есть. Это 3 года, либо 100 тысяч километров, что, соответственно, наступит ранее. Ну, не скажу, что шикарно. Ну, в принципе, раньше такая же гарантия была, да? Или больше? Раньше была больше гарантия. По крайней мере, на Kia было 5 лет. Но так как сейчас многое что поменялось, произошел ребрендинг в компании. А кто сейчас продает эти автомобили? Что за компания? Их сейчас производит компания EGR. Они располагаются в городе Санкт-Петербург. Возобновили свое производство в конце февраля. Первые поставки были 11 марта. Мы среди первых получили эти автомобили. Ну, креты у вас разошлись сразу же. Креты у нас разошлись одним днем, потому что на них изначально стояла уже толпа из людей. Были предоплаты внесены. Автомобили только с автовоза сняли. Сделали доп. Оборудование. За сколько крету отдали? Креты ушли за 2800. Двигатель там 1.6? Да, двигателя 1.6, на 123 автомате, да? На автомате. Передний привод. Да, все как и было, ничего не отличается, ничего не поменялось. За сколько мы можем купить вот этот вот Solaris? Данный Solaris мы можем взять за 2300. С учетом 2300? 2300 с учетом установленного доп. Оборудования. А что за доп. Оборудование? Доп. Оборудование идет стандартная база, это защитная сетка, защита картера. Ну, как обычно, короче. Да, защита картера, коврики, багажник, салон. И антикоррозийная защита. Антикоррозийная шумоизоляция, ну да, шумоизоляция Fortex вообще называется, антикоррозийка. Понятно все. Да. Набор автомобилиста. Solaris за сколько мы можем взять привычную базовую комплектацию? Базовой комплектации возьмем Active Plus. Active Plus сейчас можно взять за 2200, а комфорт уже будет в районе 2300. А вот если мне нужна версия на механике, будет она в продаже представлена? На данный момент нет, но производители обещают, что в ближайшее время будет и версия на механике, и версия будет с мотором 1.4, и будут креты с моторами 2 литра, потому что много людей сейчас ими интересуются. Когда приедут они в продажу, поступят? Я вот креты, да, вы распродали сразу же. Вот двухлитровые тоже, думаю, очень интересно посмотреть. Да, думаю, в начале лета они уже поступят к нам в продажу. А вы официальный дилер? Мы официальный дилер, да. И уже даете гарантию. Сколько ты продал машин таких? Получается, из всего того, что нам поступило, а поступило на данный момент немного, всего 2 автовоза. Ну, автовоз я уже продал, осталось там буквально... Автовоз продал? Да. Ты сам-то автовоз хоть не продал? Нет. А то автовоз машин продать, это довольно-таки хорошо с такой-то ценой. Конкурентов-то много. Конкурентов много, согласен, но... Среди китайцев? Среди китайцев. Твое согласен. Отношение к китайским автомобилям? Отношение положительное, довольно неплохие автомобили. Да, по некоторым брендам есть вопросы. Некоторые автомобили людям пока еще неизвестны. Но в основном, вот бренды, которые у нас представлены, это G-Tour и Kai. Они давно, в принципе, на рынке, зарекомендовали себя тем, что это дочерняя компания Chery, а Chery всем известно. Ну ладно, уходим в китайцев. Да, давай вернемся к Solaris. К этому. Solaris. Да, у нас какие кузова? Какая модельная линейка есть вообще представлена у Solaris в продаже сейчас на сегодняшний день в России? Бренд Solaris. Представлено 4 автомобиля. Это привычный нам Solaris, Creta под названием Solaris HS, это Hyundai Solaris, и Hyundai, получается, Creta, это Solaris HHC, он называется. И два автомобиля Kia, то есть это будет Solaris KRX, то есть Kia Rio Sedan, и Solaris это KRX. Это которым сейчас мы едем. Да, и Solaris KRX, это X-Line Kia Rio, да, X-Line. Вчера X-Line продали, к сожалению, не можем сейчас вам на обзоре показать. А так они у нас были. Хорошо, вы продаете машину, быстро, шустро, как бы. Ну, главное, что есть спрос, люди готовы ждать. На самом деле, многие больше месяца ожидали автомобили. Людям еще придется немножко доплатить за качество вот это вот, за которое корейское, всем нравится. Говорят, надежные автомобили. Ну, я особо... Главное, что ничего не поменялось. Комплектующие остались ровно те, которые были изначально. Сколько машин хочет выпустить компания AGR? Ну, сколько будет на рынке? Обещают в ближайшее время... 70 тысяч автомобилей должно сойти с конвейера. Когда закончатся машины? Когда закончатся машины, уже
как они сказали, что все в процессе, уже решают с запчастями, с комплектующими. То есть 70 это предварительная цифра, как бы старта, старта продаж. Старта, то есть потом, возможно, возобновят производство. Производство в любом случае будет полноценно работать, просто дело времени. Сейчас из-за ситуации в стране как бы это все немножечко сложно. Не будем углубляться, мы это прекрасно понимаем, что происходит в стране. Но все будет, просто главное время. Главное время подождать, и все будет. Продажи есть. Ну, все очень счастливы, все очень довольны, что спустя 2 года после заморозки завода и вообще, в принципе, этих брендов на российском рынке, они снова вернулись на рынок. Их действительно много кто ждал, много кто вносил предоплаты, там, согласовывали с нами по предзаказу какие-то определенные комплектации с определенными опциями. Они же доступны и в базовых комплектациях, и можно еще заказать, допустим, комфорт плюс какой-то пакет. Зимний пакет, пакет, ну, добавить пакет. Да, это все тоже возможно, поэтому... Как-то. Но так. Максимальной комплектации нет, да? Как бы. У нее максимальной нет пока в наличии, но будет. И будет, я думаю, в ближайшее время, потому что на них есть спрос. Сейчас завод тоже смотрит по дилерам, у кого какой спрос. Ну, исходя из спроса, уже... В общем, друзья, у меня добавить нечего, вы все прекрасно слышали, да? Какие автомобили представлены у Solaris на российском рынке, какие модели доступны. Если подытожить, то модели получается 4 штуки, я насчитал. Да, 4 это модели. Creta, Solaris, Kia Rio Sedan и Kia Rio X-Line. 4 модели. По деньгам еще расскажи. Самый бюджетный Solaris. За самый бюджетный денег? Solaris 2200 уже с учетом дополнительного оборудования. Самый бюджетный Kia Rio. Самый бюджетный Kia Rio. Kia Rio. Так, ну, по комплектациям, которых нет в наличии, точную стоимость сейчас назвать не могу. Я могу сказать, за комплектацию Prestige сейчас можно за 2300. 2300 забрать комплектации Prestige. Ну все, нам ориентировочные цены. Ориентировочные, да, ценники, нам, да. Точно не нужно. И смотрю еще, камеры с линиями динамической разметки. Очень-очень удобно парковаться. И в принципе все, да. По салону мы пробежались. Есть круиз-контроль обычный, неадаптивный. Щиток приборов комбинированный с ЖК-монитором портового компьютера. Мультимедийная система. Она не сенсорная или сенсорная? Мультимедийная, сенсорная. Сенсорная, да? Конечно. Однозонный климат-контроль, теплые опции, греется руль, сиденья, лоб, боковые зеркала. Все, что нужно для российского. Да, еще тут есть подушки безопасности. Фронтальная, плюс подушки безопасности в стойках и в сиденьях. Обычный, простой, бюджетный автомобиль. Надежный, да? Ну, немаловажно, адаптированный под наши условия. Под российские, да, условия, под эксплуатации. Рынок, да. Прокатились на новом Солярисе КРС. Теперь пишите в комментариях, что мы можем купить за 2200, за 2300 на сегодняшний день на российском рынке. Можете китайцев, можете не китайцев писать. Все это дело в комментарии, свои измышления выкладывайте. Я же ухожу в комментарии дискутировать с вами. До новых встреч!